Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня я вам покажу, как вяжется вот такой вот интересный ажурный узор. Его почему-то назвали марсель. Но почему, я даже понятия не имею. Вот это лицевая сторона, а вот это вот у него изнаночка. Вяжется он легко и быстро. Раппорт узора тут составляет 2 петли, и высоту он тоже 2 ряда. Петли симметрии здесь не набираются. Значит, как мы вяжем? Тут набирается любое количество четных петель. Значит так, первый ряд. Снимаем кромочную. Дальше вяжем лицевую бабушкиной. И снова одеваем на спицу и еще раз провязываем лицевой бабушкину. Ай, что такое? Вот так. И так до конца ряда. Лицевая бабушкина, снова лицевая. Лицевая. Снова лицевая. Что у нас скользит сегодня? Это что такое? Обратно лицевая. Еще раз лицевая. Снова лицевая. Узор это тоже вяжется, только бабушкино петло. Классическое не получается. Лицевая. 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 Вторая лицевая. Изделие, связанное этим узором, шикарно выглядит. Вообще изумительно. Вот. Так, кромочная петля. Второй ряд мы вяжем таким образом. Значит, что делаем? Вот промежуток, две петельки пропускаем, промежуток между второй и третьей петлей нитку вытягиваем. И дальше две вместе вот эти петельки провязываем лицевой. Вот так, вот что у нас получается. Обратно через две петельки в промежуток вытягиваем петлю. Две вместе с лицевой. Обратно в промежуток вставляем, вытягиваем. Снова две вместе с лицевой. И так до конца ряда. Очень просто вяжется. Только когда будете вязать, не затягивайтесь на петли. А то я тот раз затянула, так плохо было провязывать.
последняя. Кромочная петля. Ну вот и все. И смотрите, какая прелесть у нас получается. Вот такой изумительно красивый ажурный узор. Вот. Ну вот на этом, девочки, и все. Благодарю вас за то, что были со мной на мастер-классе. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Будем вам очень благодарны. Легких вам петелек, мои дорогие. До свидания.